Емельян Саркис Вартанович. Родился в 1938 году в городе Сухуми. Мастер спорта по футболу. Нападающий. В 1957 по 1969 годы играл за команду «Арарат». До 1963 года «Спартак» Ереван. Сезон 1961 года выступал за ЦСКА. Сезон 1967 за «Спартак» Москва. В высшей лиге провел 180 игр. Забил 37 голов. С 1970 года на тренерской работе. Саркисов Вивьян не был призером на первенствах мира. Не привозил трофеев с чемпионатов Европы или с Олимпийских игр. Не сыграл за сборную СССР даже в товарищеском матче. Он не держал в руках ни один из клубных европейских кубков по футболу. За 13 лет выступлений не был ни разу ни чемпионом страны, ни серебряным, ни бронзовым призером. Ему не вручали ни одной медали, разве только малую золотую в 65-м году. Он не стал ни обладателем, ни финалистом Кубка СССР. Он был просто Саркис Вивьян. С этим старым ереванским стадионом связаны наши воспоминания об удивительной, неподражаемой игре Саркиса Вивьяна. На его трибунах замирали тысячи сердец, когда мяч оказывался у нашего Сако, любимца всего города, всей Армении. Футбол без болельщиков – не футбол. И если мы решили рассказать о спортсмене, тем более о таком, как Саркис Вивьян, то без болельщиков, истинных и преданных поклонников этой прекрасной игры, нам не обойтись. Я футбольный болельщик и считаю, что Саркис Вивьян подарил нам своей игрой много счастливых минут. Я уверен, если бы спортивная судьба Саркиса сложилась бы соответственно таланту, то его имя стояло бы в одном ряду с самыми выдающимися мастерами кожаного мяча, такими как Пеле, Гаринчо, Платини, Круиф, Мюллер, Марадона. Да, действительно. Если бы спортивная биография Вивьяна сложилась иначе, многое было бы по-другому. Во всяком случае, большинство болельщиков, и не только армянских, до сих пор говорят, неизвестно, кто больше потерял. Саркис Вивьян, который не участвовал на чемпионатах мира и Европы, или сами эти чемпионаты, так и не увидевшие его великолепной игры. А насчет того, что сборная команда страны вместе с Вивьяном достигла бы в 60-е годы большего, тут просто двух мнений быть не может. Мы еще вернемся к основным вехам спортивной судьбы нашего героя. А пока еще одно мнение болельщика. На мой взгляд, Саркис Вивьян был самым техничным футболистом в истории советского футбола. Его игра отличалась, во-первых, какой-то грациозностью. Он очень лениво, казалось, передвигался по полю, но в то же время делал очень быстрые скоростные рывки, и его удары с обеих ног доставляли истинное удовольствие. Жаль, что для любителей футбола не сохранились кадры с участием этого выдающегося футболиста. И в самом деле, с сожалением приходится констатировать этот грустный факт. Многое могло бы сохраниться на кинопленке, но не сохранилось. Может быть, нам всем казалось, что Саркис Вивьян вечно будет творить чудеса на футбольном поле. И зачем кинооператору снимать его фантастический красивый гол? Ведь завтра Саркис забьет такой же и даже лучше. И все-таки что-то должно было остаться. Было бы слишком несправедливо, если бы мы не смогли сейчас показать телезрителям фрагменты вивьяновской игры. Нашелся в Ереване кинолюбитель, который снимал Вивьяна. Андроник Семерджан, так зовут человека, который оказал неоценимую помощь во время подготовки этой передачи. Начинал он снимать в 64-м. И, естественно, на пленке нет исключительного по красоте гола в ворота бакинского нефтяника, забитого годом раньше. В том же 63-м Саркис Вивьян на первых же секундах встречи забил мяч красавец ленинградскому «Зениту».
стал автором феноменального гола в ворота бразильского клуба «Филуминесе», который защищал бывший вратарь сборной Бразилии Кастильо. Еще раньше, в 60-м, в игре с тбилисским «Динамо», Саркис первым в стране забил мяч в ворота непосредственно с углового. Потом он повторил это еще два раза. В последующем несколько советских футболистов также сумели забить гол с углового. Но такого, как Ереванский, ближний верхний угол больше нет. На этой кинопленке нет фрагментов игры Саркиса в других городах. Андроник Семерджан снимал только в Ереване. Почти нет знаменитых скоростных рывков Левиана. Мало его виртуозных финтов, при помощи которых он убегал от любого защитника. И не вина в этом кинооператора. Саркис Левиан был непредсказуем на футбольном поле. Его действия были всегда неожиданны, и их не могли предугадать ни болельщики, ни соперники, ни партнеры. И кинооператор тоже. В любом случае, мы надеемся, что эта лента смотрится с интересом и пробуждает приятные воспоминания у болельщиков. Высочайшее наслаждение доставляло любителям футбола утонченная артистичная игра Саркиса Оревяна. Его удивительное мастерство восхищало всех. В 63-м году наша любимая команда покинула высшую лигу. Болельщики очень переживали. Но я отлично помню, что нам гораздо труднее было пережить те два сезона, когда Саркис, помимо своей воли, вынужден был отсутствовать в составе ереванской команды. И, конечно же, самым грустным для нас был тот, увы, неизбежный день, когда Оревян покинул большой спорт. Именно с целью сохранить для любителей футбола мастерство Саркиса Оевяна, я и взял в руки кинокамеру и запечатлел на пленке несколько фрагментов его виртуозной игры. В семье Оевянов Вартана из Гарса и Варвары из Трабизона было четверо детей. Старшая Гугаш, близнецы Мелкон и Аракся и младший Сако. То, что футбол станет для него всем, Саркис понял еще в детстве, в трудные военные годы, когда для сухумских мальчишек не было другой радости, как гонять мяч. Вскоре ярко засверкал талант юного Саркиса. В 56-м он капитан сборной Абхазии, член сборной юношеской Грузии. Отец очень хотел, чтобы Саркис играл в Армении. Ереванские тренеры и футболисты, тоже узнав о необычайно одаренном юноше, звали его к себе. Об этом мечтал и сам Саркис. Так он 18 лет, несмотря на настойчивые приглашения из других более именитых клубов, оказался в команде класса «Б». В 57-м он провел первые матчи за ереванский «Спартак». Это была, если можно так сказать, футбольная любовь с первого взгляда. Ереванские болельщики сразу признали в нем своего кумира, и Саркис отвечал им взаимностью. В 59-м ереванский «Спартак» стал победителем в классе «Б» и вошел в группу лучших команд Советского Союза. Стремительно взошла и засверкала на футбольном небосклоне звезда Саркиса Оевяна. О нем заговорила вся футбольная общественность страны.
Саркис Овьяни Масин Хосела и одновременно сам этот факт наводит на размышления. Овьян был одним из лучших футболистов нашей молодости. Это был игрок, который творил на поле. Смотреть его игру было наслаждением, и мы ходили на стадион, чтобы именно насладиться его неподражаемым мастерством. В игре Саркиса Овьяна не было тех стандартов, шаблонов, которыми изобилуют сейчас современный футбол. Конечно, футболист должен подчиняться определенным канонам. Быстрый пас, точная подача и так далее. Но когда смотрел игру Саркиса, это было искусство. Он был художником, артистом в футболе. И хотелось бы в футболистах Арарата сегодняшнего дня увидеть черты, которые были присущи Саркису Овьяну. На зеленых полях 15 стран играл Саркис Овьян. И везде его яркая игра не оставляла никого равнодушным. В конце 59-го московский «Спартак» побывал в Южной Америке. Команда была усилена несколькими игроками из других клубов. Среди них был и ереванец Саркис Овьян, самый молодой в команде. Ему шел 21-й год. Это была вторая поездка советских футболистов за океан. Предстояло провести 7 встреч. Бразилии, Уругвай, Колумбии, Венесуэле. В этом турне в составе «Спартака» выступало много выдающихся советских футболистов. Симонян, Нетто, Воинов, Понедельник, Численко. Но больше всех южноамериканская пресса писала об Овьяне. Бразильская пресса отмечала остроумные экспромты Овьяна. В Бразилии, этой футбольной Мекке, трудно, почти невозможно удивить публику футбольным мастерством. Саркис Овьян сумел это сделать. Бразильским болельщикам казалось, что в составе советской команды играет их соотечественник. Они были уверены, что так красиво и технично могут играть на свете только самые лучшие бразильские футболисты. По возвращении на родину, естественно, руководство «Спартака», да и других московских команд, упорно настаивало на переезде Овьяна из Еревана в столицу. Но Саркис не мог этого сделать. Он был настоящим патриотом своего города. Не мог и не хотел изменять своей команде. Да и где бы он нашел более преданных поклонников, чем ереванские болельщики. Саркис Овьян был украшением нашего футбола, его жемчужиной. Каждый раз, посмотрев его игру, я получал огромное эстетическое наслаждение. К сожалению, сейчас все стало как-то заурядно, однообразно. Игра Овьяна была настоящим искусством, доставляла истинное удовольствие. И я, как старый поклонник футбола, сегодня хочу просто поблагодарить его за то, что он был. Я счастлив, что в армянском футболе были такие игроки, как Овьян. Սա վերջին մատչն է, որ անցկացվում մեր երկրում։ Ով, ով, այդ հարցի լուծումը բնական է կպահանջի դրսևորել կողմերի ամբողջ մարտական կարողությունը, ամբողջ վարպետությունը, ուժերը մոբիլիզացնելու ունակությունը։ Ինչպես տեսնում եք, կայրատի ֆուտբոլիստներն էլ միայնակ չեն։ Արարատցիները փորձում են անպայման հավասարեցնել հաշիվը։ Նրանք ամբողջ թիմով անցել են հարձակման, Հովիվյանը փորձում է գնդակն ուղարկել Տուգանային հրապարակը, գնդակը գալիս է Տուգանային հրապարակը, դարպասապակ Կոստյունկովը ճարպը գորին ետ է մղում, նորից Երևանցիները փորձում են հասնել դարձյալ կայրատի Տուգանային հրապարակում է, ամեն կերպ նրանք կարող են ետ մղել, գնդակը գալիս է դեպի դարպասը, այս անգամ փայլուն կապ ցուցադրած Ստեփանովը կարող է ետ մղել գնդակը, Հովիվյանը գնդակն ուղարկում է կայրատի Տուգանային հրապարակը, կայրատի դարպասապակ կարող է ետ դարձնել, նորից գնդակը կայրատի Տուգանային հրապարակում է, Լարված իրադրություն է այնտեղ, Երևանցիները փորձում են անպայման գնդակ ուղարկել դեպի նպատակակետը, խառը իրադրություն է Տուգանային հրապարակում, հարված գոլ! Съемочная группа предполагала в процессе подготовки этой передачи заснять нашего героя на занятиях, тренируемой им сейчас командой. И мы надеялись, что снимем некоторые из его фирменных приемов. Но это оказалось невозможным. По иронии судьбы, Саркис Овьян, который благодаря отличной координации движений счастливо избегал серьезных травм на футбольном поле, получил травму, будучи тренером. Неосторожным движением один из футболистов порвал ему ахиллесово сухожилие. Спешим успокоить болельщиков. Съемки проводились в феврале, сейчас уже у него все в порядке. Как и раньше, в трудную минуту рядом с Саркисом была сестра Араксия. Вспоминаю эпизод 1962 года,
когда в Тбилиси проходил очередной футбольный матч между командами Тбилиси «Динамо» и Ереван «Спартак». В Тбилиси проводили финальные забеги по легкой атлетике между футбольным таймом. И вот после забега на 200 метров диктор объявляет, что представительница города Тбилиси выигрывает забег на 200 метров, Аракси Овивян. А гол в первом забеге, это в первом тайме, забивает Саркис Овивян. Как это странно, слова диктора. С разрешения хозяина Саркиса Овивяна мы познакомились с его небольшим архивом и обнаружили среди других материалов бумагу со стихами маленькой московской школьницы Оли Софийской. Они написаны с детской непосредственностью и теплотой. Посвящается Саркису Овивяну. Сегодня весь народ спешит, у нас столпотворение. Спартак и Арарат должны вести сражение. По полю мяч летит и гол. Ура! Кричат все разом. Ворота бил Саркис, и в цель попал он сразу. Но вот противник вывел мяч и гол ответный дал. Не может быть, кричит Саркис. Такое я не ожидал. И он волнение пошел на новое сражение. И цель достигнута была. Опять в воротах мяч у Спартака. Качать его, кричат трибун. Нельзя, кричит судья. Сейчас идет игра. Вот кончилась игра, трибуны все пустые. Ликует только Арарат. Пред ним команды все пускные. Нельзя сказать, что спортивный путь Саркиса Овивяна был ровный и гладкий. Пожалуй, и он не так берег свое уникальное дарование, как надо было бы. Скромность, мягкость характера, приветливость абсолютно ко всем, с кем ему приходилось общаться. И в то же время во взаимоотношениях с тренерами, другими спортивными руководителями, порой недопонимание, редко конфликты. Не всем из них нравилась исключительная популярность Саркиса. Некоторые пытались втиснуть его талант в жесткие, понятные только им рамки. Эти кадры снимал знакомый нам уже кинолюбитель Андроник Самирджан ровно 20 лет назад, в 67 году. Тот сезон Овивян вынужден был провести не в родном Арарате, а в московском «Спартаке». Он тяжело переживал разлуку с Ереваном. Армянских болельщиков тоже огорчало его отсутствие. Посмотрите, сколько людей пришли к автобусу московского «Спартака». Они соскучились по своему кумиру. Андроник Самирджан не ограничился тогда съемкой у автобуса и поехал вместе со спартаковцами на тренировку, чтобы побольше поснимать Саркиса. Вы увидите на этой пленке рядом с Овивяном еще молодого Никиту Павловича Симоняна, тогда он был тренером москвичей, известных мастеров Геннадия Логофета, Вячеслава Амбарцумяна, Владимира Маслаченко, Галимзяна Кусаинова. Смотришь эти кадры, невольно вспоминаешь более ранний сезон 61-го. Саркис, призванный на воинскую службу, играл в тот год в Центральном спортивном клубе армии. Его имя гремело по всей стране. За год с небольшим до этого неповторимый талант Овивяна получил признание в таких футбольных державах, как Бразилия и Уругвай. Естественно, ереванские болельщики были очень удручены. Согласно расписанию, 6 апреля ЦСКА приезжает в Ереван, где 9-го предстоит встреча с командой «Калев» Таллин. А еще через 3 дня была запланирована встреча с ереванским «Спартаком». На вокзале Саркиса никто не встретил. Он в недоумении, неужели успели меня забыть? Однако спустя 2 часа стало ясно, что привозить Овивяна в Ереван не надо было. Темпераментные армянские болельщики не смогли смириться с мыслью, что их кумир будет играть на ереванском стадионе против любимой команды. Тысячи поклонников футбола сперва заполонили улицы, примыкающие к гостинице «Саван», а затем и футбольное поле, где собирались тренироваться москвичи. Не помогли и переносы тренировки из одного конца города в другой. Болельщики блокировали все стадионы. Трудно назвать еще одного такого игрока в нашей стране, да и вообще в мировом футболе, из-за которого произошло бы нечто подобное. Москвичам пришлось проводить игру с Калевом в Баку. Понятно, что Саркис остался там и против своей ереванской команды уже не играл. Руководители армейского футбола оценили преданность ереванских болельщиков. И в следующем сезоне
Оевян снова в родной команде. Ему разрешили продолжить службу в Ереване. Его взаимоотношения с поклонниками футбола были на редкость трогательными и отличались самым ценным качеством – постоянством и верностью. Футбол для меня был всегда больше, чем спорт. И потому я не оставил футбол. Я остаюсь по сей день футбола, передаю свой опыт. Конечно, игра мне приносила и огорчение, и много радости в то же время. Но вместе с этим я были приглашения из разных клубов московских в Тбилиси. Я не представлял себя в другом городе, в другой команде. И вместе с этим я, когда чувствовал, что я своей игрой приносил радость футбольным болельщикам, вот, я сейчас и хочу их поблагодарить от себя, моих поклонников, любителей футбола. Нельзя не сказать об исключительной корректности Саркиса Оевяна в футбольном поле. Известно, что против сильного игрока, особенно нападающего, иногда играют жестко, а порой даже жестоко. Оевян как-то легко и эластично уходил от грубых защитников, а если даже ему это не удавалось, то никогда не шел на ответную грубость. Он их наказывал иначе, более чувствительно, забивал гол. За все годы выступлений ни одного предупреждения. Таких игроков можно на пальцах пересчитать. Наверное, у Оевяна были не только одни достоинства, были, возможно, и недостатки. Пока что в нашей передаче о Саркисе Оевяне говорили болельщики, а они, как правило, народ эмоциональный и, может быть, несколько идеализируют своего любимца. Интересно послушать специалистов, людей, для которых футбол не только игра, но и профессия. Апелляционные суждения о футболе, об игроках, о футболистах, занятие не совсем серьезное. Но все-таки о Оевяне можно кое-что сказать. О его одаренности, о его филигранной технике. Словом, это звезда. Его любили специалисты, тренеры, журналисты, но что особенно важно, болельщики. Потому что в конечном счете качество звезды определяется болельщиками. Его скоростной дриблинг, скрытые передачи, резанные и крученные удары по воротам захватывали дух болельщика. И они шли на стадион. Саркис Оевян – один из тех армянских футболистов, который отлично сумел на зеленых полях в нашей стране и за рубежом продемонстрировать то лучшее, что характерно для нашего народа. Мне посчастливилось с ним играть 3 года, и все мы восхищались его большим мастерством, техникой, скоростью, сильными ударами. А в более ранние годы Оевян был для нас кумиром. Кумирами остался в истории футбола как для нас, футболистов, так и для всех армянских болельщиков. Պատմության մեջ, ինչպես ֆուտբոլիստների, այնպես էլ ամբողջ հայ ժողովրդի ֆուտբոլասերների մեջ. То, что Саркис Оевян был большой талант, об этом знают все. Я хотел бы сказать о нем как о человеке. Играл с ним несколько сезонов в «Спартаке», и он как человек себе рекомендовал самым мягким характером своим, вежливым. И нашей игровой дружбе он всегда был настоящим другом и товарищем.
Я сожалею, что мне не пришлось играть с Аркисом Овияном. В то время мы были в разных клубах. Но я много игр видел с его участием. Та индивидуальность, которая есть в Соко, именно спортсмена высокой квалификации, давала возможность любителям футбола получать колоссальное удовольствие, приходя на стадион и смотря игру с Аркисом Овияном. Индивидуально он был на самом высоком уровне. То есть техническая оснащенность, его артистизм давала возможность как команде, так и ему блистать на арене нашего спорта. Резюмируя высказывания болельщиков и специалистов футбола о Саркисе Овяне как об игроке, можно смело утверждать, что если бы сегодня он выходил на поле стадиона «Раздан», то не было бы необходимости проводить лотерею. И на трибунах преобладали бы не автолюбители, как сейчас, а истинные поклонники футбола. В ноябре 69-го состоялась прощальная игра Саркиса Овяна. Арарат принимал армянский клуб из Ливана и выиграл. Два мяча провел Саркис. Второй был забит в истинно овяновском стиле, мастерским, редким по красоте дальним ударом. Он и уходя остался верен себе. Но восторг болельщиков уступил место недоумению и обиде. Они не верили, что больше не увидят Саркиса на поле. Не могли понять, почему он уходит. Ведь весь сезон он провел как в лучшие годы. Саркису было еще хуже. Но что поделаешь? У спортивных руководителей с годами выработался железный стереотип. 30 лет – это критический возраст, и игра, талант, мастерство критерием служить не могут. Покинув зеленое поле, Саркис не расстался со спортом. Не мог он этого сделать. Слишком многое значил для него футбол. Вот краткая хронология тренерской деятельности Овяна. 1970-72 годы. Тренер команд Ширак Ленинакан и Лорыки Ровакан. 73-77 годы. Директор первой в стране экспериментальной молодежной футбольной школы в Ереване. 78-79 годы. Тренерская работа в Индонезии. 80-81 годы. Тренер команды Арарат Ереван. 82-83 годы. Тренер команд второй лиги Олимпия Арташат и Спартак Октемберян. С 84 года тренирует команды, выступающие в первенстве республики. В 1972 Овиян за плодотворную работу в командах Ширак и Лори получил звание заслуженный тренер Армянской ССР. О тренерской деятельности в Индонезии надо сказать особо. В 78-м в Индонезии была организована профессиональная футбольная лига. Кроме советского специалиста приехали и другие из ФРГ, Польши, Голландии. Когда переводчик представил Саркиса игрокам команды, которую он должен был тренировать, те, увидев внушительную фигуру советского тренера, а весил Овиян тогда 106 килограмм, просто ушли. Они приняли его за теоретика, который будет сидеть в удобном кресле и часами говорить о тактических премудростях. А им нужен был тренер-практик, который сам личным примером покажет, что и как надо делать. Соскучившийся по мячу Саркис уговорил переводчика выйти вместе с ним на поле и постоять в воротах час-полтора. Огромный стадион казался совершенно пустым. Но на следующий день в индонезийских газетах появились восторженные отзывы о том, что, несмотря на комплекцию, советский футбольный специалист показал удивительную технику и потрясающие удары. Игроки в полном составе с лучезарными улыбками прибежали к тренеру и приступили сразу к занятиям. Когда же они поняли, что вряд ли смогут когда-нибудь повторить то, что на практике показал им Овиян, то их уважение утроилось. Саркис за короткое время похудел на 20 килограмм. Индонезийская федерация футбола, чтобы не обидеть другие клубы, изменила условия. Овиян должен был работать уже не с одной командой, а с четырьмя по очереди. И еще он приглашался в сборную страны для работы с вратарями. Клубы, которые тренировал Саркис Овиян, заняли в чемпионате первое, третье, четвертое, пятое места. Индонезийцы просили остаться, но его опять тянуло в Ереван близким друзьям. Заканчивая рассказ о Саркисе Овияне, хотелось бы выразить надежду, нет, не надежду, а уверенность в том, что наш футбол,
красой и гордостью которого он являлся, еще заставит говорить о себе и вновь взойдет на былую высоту. Иначе и быть не может. Ведь именно в армянском футболе сверкала яркая звезда Саркиса Овивяна.